Сегодня в Ишиме с рабочей поездкой находится сенатор Российской Федерации, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов. В ходе визита он проведет прием граждан и уже осмотрел значимые для города объекты, появившиеся в последние 3 года. Это бульвар Белоусова, дворец культуры. Посетил сенатор и строительную площадку, где возводят школу номер 4. Напомню, старое здание было в аварийном состоянии и его снесли. На новый проект было выделено более 1 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. По словам специалистов, она будет прочнее и больше. Более 14 тысяч квадратных метров, увеличится этажность этой школы, то есть эта школа будет сейчас трехэтажная, ну и количество вместимости ее увеличится тоже порядка на 200 учеников, то есть до этого школа могла принять до 400 учащихся, теперь она сможет, новая школа примет уже порядка 600 учащихся.